Международная некоммерческая организация «Кокрейн» изучает эффективность медицинских технологий. Российский центр «Кокрейн» работает на базе Казанского федерального университета. В новом обзоре ученые разобрали вопрос привлечения людей к вакцинации. Недостаточная вакцинация приводит к инфекционным заболеваниям, от которых возможен даже летальный исход. Болезней можно было бы избежать с помощью вакцин. Без них возможно заражение гриппом, корью, полиомиелита, столбняка и ряда других заболеваний. На сегодняшний день это очень актуальная тема. Прививки и вакцинация, когда очень многие почему-то вдруг отказываются от необходимых прививок. И вот этот Кокрейновский систематический обзор является очень важным для всего мира. Группа исследователей «Кокрейн» провела 75 исследований в 10 странах. В них изучались напоминания о вакцинации в виде письма, автоматизированного телефонного звонка, сообщениях в средствах массовой информации и других видах напоминания. Их сравнили с результатами исследований, в которых напоминание отсутствовало. Кокрейновский систематический обзор позволил установить, казалось бы, очень простой факт, но его нужно было установить независимыми, систематически оцененными исследованиями, что напоминание людям о необходимости прививаться действительно повышает результативность прививочного процесса. Исследование показало, что после напоминания количество прошедших вакцинацию увеличилось на 8%. Самым эффективным оказался звонок по телефону. Возможно, причиной этому является личное обращение к человеку. Сейчас организация «Кокрейн» изучает методы доставки напоминаний, чтобы увеличить их эффективность. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.